Иногда монтажники в процессе пуска наладки сталкиваются с непонятной ситуацией, которая возникает на котле после установки нужной скорости вращения вентилятора. Параметр 2BD. Устанавливаем на нужную скорость вращения. Запоминаем. Выходим из сервисного режима и видим, что котел начал работать в режиме отопления, хотя ему никто не давал такой команды. Что делать? Необходимо выключить отопление. Необходимо выбрать режим отопления и снизить температуру ниже 40 градусов. Точки внизу дисплея говорят, что у меня и так активирован летний режим, а котел продолжает работать. Ничего страшного с такой ситуацией нет. Котел полностью исправен. На дисплее появляется 6 горизонтальных полос. Эта индикация говорит о том, что параметр 2.9А установлен на значение 2, а не 0, как должно быть. Поэтому, если вы столкнетесь с такой ситуацией, вам нужно вернуться на второй сервисный уровень. Выбрать параметр 9А, зайти на него. И, как я и говорил, стоит значение не 0, а 2. Котел будет работать на максимальной мощности до тех пор, пока этот режим не будет отменен наладчиком. Он игнорирует отключение режима отопления, переход котла в летний режим. Котел не реагирует на размыкание контактов комнатного термостата и не реагирует на открытие крана горячей воды. Устанавливаем значение 0, запоминаем его. Выходим из сервисного режима, и котел показывает, что теперь у него активен летний режим. Вентилятор отработает 30 секунд и остановится. Все, мы закончили настройку котла.